Не убивайте ребенка. Родите и отдайте его нам, церкви. А вот какие-то аморальные личности, женщине, идущей на аборт, говорят, роди ребенка и отдай нам. То есть это значит, 9 месяцев им беременни, порть здоровье, да, и отдай просто так. Нам нужны эти доски. Мы их самовывозом забираем. Вам эти детишки нужны? Оплачивайте услуги по вынашиванию женщине. Иначе, ребят, вы слишком обнаглели. Всякий труд должен быть оплачен. Зарплата при капитализме – это средство восстановления трудоспособности. Поэтому тот, кто просит родить и отдать, должен компенсировать все материальные затраты по беременности и родам. Зрители, а вот представьте, сколько этажным матом нас бы покрыли, если бы мы сказали, мы эти доски заберем, но при условии, что вы из них гвозди вынете и их принесете к нам на участок и напилите мелко под размер печки. А то говорят про то, какие ужасные последствия от аборта, а какие тяжелые последствия бывают от беременности, это умалчивают. Вообще-то, это самая большая смертность в средневековье у женщин была именно по причине беременности и родов. Аборт – это как лечение болезни на ранней стадии. Сделать аборт – это как сделать депульпацию зуба, не дожидаясь, пока весь рот воспалится. Когда я позирую в старомодных платьях, эти платья не из магазина ретро-одежды. Эти платья мне дарят тетеньки, которые после беременности и родов перестали в них влезать. А они не только растолстели, но приобрели целую кучу проблем со здоровьем. Вот, например, у меня варикозное расширение вен на ногах. Если я растолстею на 4 размера, у меня эта болезнь спрогрессирует так, что я не смогу вести активный образ жизни. И поэтому будет много проблем со здоровьем из-за гиподинамии. Поэтому просишь, роди и отдай, плати. А вот меня еще просто убивает несправедливость. Почему, если женщина занимается с мужиком сексом, и вдруг приходит тот, кто раньше с нею был, мутузит эту женщину так, что она потом становится больной и некрасивой, то все говорят, что мужика сажать, казнить. А если женщина занимается с мужчиной сексом, и у нее появляется в чреве зародыш, который эту женщину потом изуродует и сделает больной, то роди и отдай нам. А может быть, этого зародыша